Всем привет, уважаемые подписчики, дорогие зрители канала. С вами снова Римас, и мы продолжаем играть в Rome 2 Total War Цезарь в Галле, 9 серия. Как вы видите, на нас уже контратакует вражеская армия, которая состоит из... в принципе, здесь кельтские воины в основном все. Два отряда крестьяне-новобранцы, наемные и прачники. Ну, полно прачников, да, еще. Ну, у нас, как вы видите, своя армия. Это 9 легион. Так, Гай Юлий Цезарь живой. На него уже было покушение. Ну, видать, там что-то у них не получилось. Не получилось ранить Юлия Цезаря. Это я еще перед записью успел отравить другую армию. Так бы сейчас две армии против меня пошла бы. А я, видимо, задержал одну армию. И вот так вот. Получилось так, что врагу нету подкрепления. Подкрепление только 101 отряд. 160 человек. Битва Немес, 55 год до нашей эры. Так, враг будет здесь находиться. Нам нужно сделать так, чтобы мы смогли отбить атаку. Я не помню и, кажется, не видел, что у них там есть кавалерии, нету. Но, скорее всего, там кавалерии у них и не было. Прачников ставим в одну линию, убираем. Атака в строю. Кавалерию ставим во фланге. Так, ну, конечно, ставим взрывной снаряд. В принципе, никакой тактики нету. Тут по ходу дела посмотрим, как получится. Нам нужно найти сейчас отряд. Вот и отряд полководца. Стоп, 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 стоп. Так, ну я думаю, обычный снаряд сделаем и будем стрелять по полководцу. А, вот он. Вот они. Обычный снаряд, он менее... поменьше урона, ну... Будет бить поточнее. Нам нужно убить полководца. По-быстрому прям. Ну? Ну где выстрел? Ну? Есть. Пошел обстрел. Конец чуть-чуть во фланг. Сейчас будем разбивать. Ну, это, в принципе, кельтские воины. А вот. Да куда они стреляют-то? Вы, ребята, вы что делаете? Кельтские воины отвлекаются на нас. Оттягиваем их чуть-чуть их назад. А легионер берем, контратакуем врага. Разбиваем кельтских воинов по-быстрому. Так, а где генерал? Хорошо, отправляем еще один резерв. От кельтских воинов мы положили, забираем остальных. А здесь нам надо помочь.
Нашим надо здесь помочь. Что-то наши быстро прям начинают убегать, это плохо. Вот он, генерал. Так, наши здесь уже орут. Бак и бак. Ничего не бак, ребята. Слушайте, вот эти чуваки сильные прям. Убираем атаку в строю. Ставим дракон. Прекрасно. Все, оттягиваем остальные войска, чтобы они смогли помочь нашим. Так, Цезарь чуть-чуть отправим вперед. Люси вообще ничего не видно. Не знаю, буду рандомно все ставить. Ну все, враг начинает бежать. Да вы что, убить не можете уже этого? Отправляем генерала на помощь нашим войскам. Да, в лесу у нас заруба получилась хорошая. А, не, убегайте, убегайте, убегайте. Тяните, тяните. Пусть они их оттягивают потихоньку. Ну все, это победа. Ценой, конечно, высока. Мы высокую цену заплатили за нее. Ну, победа есть победа. Блин, вот в лесу как-то неудобно. Вообще не видно. Вот я не вижу здесь. Хотя бы сделали такую прорисовку, чтобы было видно там сквозь леса, да, что там происходит. Хотя фишка тоже. Все, что ли? Никого не осталось? Ладно, выводим их из леса. А, у артиллерии... Ага, у нас закончились боеприпасы. Так быстро прям что-то. Ой, сколько трупаков-то. Смотрите. Ну, давайте. Стреляйте в них. Бум! Не, все, не стреляйте, не стреляйте. Опа. Интересно. Конь легиона такая слабая, оказывается. Да вы что, разобраться с ними не можете? Я уже думал, натиском мы там сможем что-то сделать, оказывается, ни хрена. Да, надо нам вместо легионеров когорт на орла какого-нибудь заказать. Чтобы у нас войска были элитными.
непобедимыми, да? Сильные войны они, слушайте. Ланик. Присягнувшие. Вообще ужасные такие, да? Смотрите. Три отряда почти полных. Не может с ними разобраться. Убираем. Атака в строю. Ладно. Отправим еще два отряда. Они вообще неубиваемые козлы. У меня прям, я прямо загорелся. Может, за варваров поиграть. Этих присягнувших. Смотрите, какие они опытные. Они разобрались с тремя отрядами. С легионерами. Вот это удар. А ну-ка. Еще один отряд отправим на мясо. Смотрите, как они их фармят. Ой-ой-ой-ой, хватит шутить. Сейчас они вот так всех перережут нас по одному. Нахер надо. Не, молодцы, я увожу, конечно. Присягнувшие, надо их запомнить. Мы их просто числом, конечно, подавили. Но ребята четкие, видать, за свою землю они... Душу будет мотать любого. Реально молодцы. Ну все, наконец-то. Добили мы их. А где победа-то? Победа. Слушайте, реально, как прям это, да? Вот прям. Я вот они. Кельтский скорпион. А эти кто такие? Тоже какие-нибудь, наверное. А, эти. Сейчас мы их. Да, молодцы. Ничего не могу. Блин, надо будет за арвернов как-нибудь пройти. Тоже Цезарь Галлии, только за арвернов посмотреть. Четкие ребята, действительно. Ну а что, ребята свою землю защищают? Рим сколько им принес? Несчастье. Ну я вообще удивлен, я думал. Я, блин, надо было просто авторасчет выбрать. Была бы. Да, может, тоже там, наверное, первая победа была. Но в действительности я вообще не ожидал, что так. Такие потери у меня будут. Может быть, я старею. Ну давай, умирай, умирай. Че, нам отступать теперь остается? Прекрасно, да, у нас все события развиваются отлично, прекрасно прям. Мы теряем. Так, а кто у нас персонаж? Ваш верный слуга зверски убит вражеским воителем. Достойна смерти, полководец, и готов принять командование. Гай Юлий Цезарь, готов принять команду союзник, принимает цель. Рим. Смерть на поле боя. Так, 9-й легион. Юлия Цезаря. Ну, что ж я могу сказать? Возвращаем. Юльку. Давайте лучше этих сначала. И убиваем вот эту красавицу. Или давайте ее манипуляцию, что ли, попробую сделать.
Так, ну, мы здесь не доходим, да, к сожалению. А, здесь мы доходим. Добиваем. Повышение. Так, командир, стратег, хитрость плюс 2, защита в ближнем бою у всех отрядов. Отлично. Плюс 2%. Прекрасно, но мы уже один агента задержали. И, кстати, вот сюда отправляем наши войска и делаем новый набор. Что-то вот запахло жареным, конечно. Ну вот начинается. Так. Обнаженные воины. А здесь что у нас? А у нас что? Жребий, говорит, был брошен. Вчера был комментарий над 8-й серией. Накаркали, ребята. Попытаемся защититься, конечно. Ну, навряд ли это получится, видать. Раз. Вот так думаете. Итак, начинаем. Что-то игра у меня подвисла. Кое-какой момент. Или что-то там не то, не знаю. Вот оно, наше римское селение, которое сейчас мы потеряем. И... постараемся его не потерять до конца. Где наша главная площадь, кстати? Вот она. Встанем сюда, будем перекрывать все возможные ходы. Так, ладно. Запускаем игру. Битву начинаем. Врага пока не видно. Romans ready for duty. Cavalrymen. The horses are usually in charge. Да, ребятки, вы скоро все умрете. Наверное. Levy freemen! А этих мы забыли, получается. Отправляем сюда. Ну, делаем ускорить время. И ждем. Ждем наш час. Скоро настанет. Оп-оп-оп-оп. Тихо. Тихо. А вот здесь вот надо было поставить товарищей. Ну все, уже поздно. Ага, они, в принципе, здесь и не встанут. Обнаженные воины такие тоже жестокие, блин. Или мне так кажется, или что, но... они обнаженные. Если они обнаженные, значит у них что-то не там. Что-то не то в голове. А если у них что-то не то в голове, то их надо опасаться. Так, получается, они вот так пойдут. Сюда они не поднимутся. Могут вот так пойти, а могут пойти просто по главной дороге. Если это так... крестьяне, новобранцы нам не нужны, они быстро умирают. Нам надо блокировать все возможные выходы. Ой, как их тут много.
Да, они пошли вот сюда. Ну что ж, попытаемся обстрелять генеральский отряд. Ребята. У меня такой вот коварный. И он начинает реагировать. Стреляйте, стреляйте. Ну. Давай, 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 давай. Стреляй. Да ты ж... Чё ты у меня тут... Стреляй, мать твою. Все, отлично, мы расстреляли генеральский отряд. Идем обратно. Так, расстреливаем генерала, расстреливаем, убежите. Вот сюда, все, отлично. Расстреляли мы генерала. Окружаем врага сзади. Так, здесь у нас проблема. Это кто такие-то? Кельтские пращники. Разберутся с ним. Второе дыхание врубаем. Да, многовато, конечно, их. Копейщики вошли во фланг. А эти кто такие? Ага. Понятно. По крайней мере, мы генерала их убили. Убираем атаку в строю, чтобы они быстрее убили их. Ну, эти бомжи, они быстро сейчас умрут наши. И еще копейщики. Ну, делаем, ну, пытаемся забрать как максимум. А здесь обнаженные воины. Ну все, нас обнажили. Мы теряем первого-последнего в нашей серии, господа. Плохо дела, конечно. Зато мы генерала забрали. Это хорошо. А ведь стоят, нас расстреливают. Наемные гальские охотники. Случайное поражение. Ну, я думаю, оно далеко не случайно. Мы так, мы поняли, что у нас будет поражение. Полководец Марк Красс пал на поле битвы. И мы теряем Элимберис. Да, арверны у нас жестокие люди. Достойная смерть. Марк падает. Фракция присоединяется к вашим врагам. Пиктоны. А это что такое? Кто они такие-то? С чем их едят? Ну, ладно, потом посмотрим. Потом глянем. Выставим планы на следующую серию. В общем, ситуация такова.
Дивону мы, скорее всего, потеряем, поэтому... Хотя можно... Можно заманить, в принципе, врага на Талоса, чтобы он бросил все свои силы, а мы тут его будем поджидать. Или же сделаем так. Мы... Сделаем здесь засаду. Здесь попытаемся убить. А убийство получится, интересно, 4%. Противник ранен. Прекрасно, повышается у нас навык. Агент. Так, колдунью. Ходов, чтобы восстановиться. Так, нет, не надо. Хитрость плюс 1. Шанс ранить вражеских агентов при самообороне. Хитрость плюс 5. Танцовщица. Ну, прекрасно, отлично. Так, и давайте вторую тоже уберем. Манипуляция принуждения. Задержим вражеский агент. Ну, по крайней мере, мы его и задержали. Ну, к сожалению, мы не знаем, что здесь происходит, конечно. Вот здесь, вот в этих краях. Поэтому отправим своего агента. Вот сюда вот отправим, чтобы посмотреть, что там делается. Кто там, что там, чей сын там, туда-сюда. Делаем засаду. Так, они охватывают вот эту территорию. Я думаю, нашу засаду не раскроют. Пусть нападают на нас. Прекрасно. Пока все идет хорошо. И засада. Смотрите, как интересно получается, ребята. Мы ловим врага на засаде, но их кажется чуть намного больше. Героическое поражение, первая победа. Ребят, ну просто серию надо довести до конца, то есть, ну, завершать, да, и я не, блин, зря, да. Ну, вы меня простите, да. В общем, в любом случае мы развели арвернов на засаде, ну почти развели, тут уже вторая армия подходит. Развели мы их, да, получается. Ваши скрытые войска обнаружены, повышение ранга, и мы отходим назад в Талосу. Боже ты мой, сколько тут наемников-то. Задержим вражеский агент опять. Я пытаюсь все это добро переманить. Задержим вражеский агент. Ну, в принципе, я думаю, дела уж не так прям уж сильно плохи. Ну, к этому идет. К этому идет. У нас здесь вообще тыл открылся. И, ну, доход, конечно. Слава богу, хорошо. Ставим доход. Так, лавка. Нет, нет. Виноторговец. Ладно, ребята, с вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Присоединяйтесь в группу ВКонтакте, если вы есть ВКонтакте, конечно же. И всем удачи, побольше побед вас. Вам, то есть, и комментируйте. Всем пока, удачи!